контрольная работа. Надо подготовиться к завтрашней контрольной. Я подготовлю инструменты. Ты договоришься о доставке ответов за школу. А ты ешь пельмени. С удовольствием. Текс, выбрать биту или баллончик? Привет. Помоги с ответами на контрольную, а я тогда тебе. Сегодня у нас будет контрольный тест. А можно выйти? Моему брату надо в медпункт. А то он вчера пельмени пережрал. Вы двое идете в медпункт. И я за школу. Я раздобыл ответы. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Что за херня? Не может быть везде правильным один и тот же вариант. Тогда действуем по старинке. Наугад. В целом тест дали хорошо. Двойка только у одного. У сухаря. Что?